Доброе утро, мои дорогие. Ну что, мы с вами отправляемся на выставку. Ура, 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 ура. Так, ну что, закрываем этот. Я все не могла с этим замком справиться вчера вечером. Вот так прокручивается. Я так поняла, что он захлопывается. В общем, короче, сейчас мы отдадим этот тяжеленный ключ. Тяжеленный ключ отдадим на ресепшн. Так, ну что, мы с вами сейчас где-нибудь выпьем кофе в каком-нибудь красивом кафе. Я хочу какое-то кафе такое аутентичное найти. Вы знаете, прям жарко. Все красиво так цветет. Я потихонечку прогуливаюсь в сторону по маршруту, иду прогуливаюсь в сторону Экспо. Ну что, девочки, сейчас будем завтракать. Я заказала себе круассан и кофе с молоком. Вот в таком вот барчике. Это вот чисто итальянский стиль. Здесь они завтракают, кто-то вон винишко пьет уже на баре. Время 12 еще нет, итальянцы уже пьют винишко. Так, ну что, мне вот именно хотелось такой аутентичности. В таком месте можно купить сигареты, можно купить кофе, можно купить, почитать газету, выпить вина. В общем, все, что надо. Я себе заказала латте и круассан с сыром и ветчиной. Боже мой, мне даже сделали итальянский цветочек. Такой вот у меня будет прекрасный завтрак. Одни булки, скажите, опять ем. Кстати, тут что-то пишут в итальянских газетах про нашего Лукаку. Это же бельгийский бельгиец. Он такой огромный, я его видела. Он просто как Кинг-Конг. Не знаю, если это корректное. Наверное, нет. Вот, это очень большой человек, мне кажется, 2 метра. Огромный-огромный Лукаку. Это бельгиец, да, бельгиец из наших красных дьяволов. Ну вот, я так понимаю, он где-то играет за Италию. Купи. Как тепло вообще, просто лето. Солнце такое уже прям припекает, прям чувствуется, что очень такое... Уже подзагореть даже можно. Так, я решила первый день доехать на такси, а в следующий раз уже буду ехать, идти пешком. Слушай, идти пешком минут 15, наверное. Такси показывает 5 евро ехать. 5,90. Почти приехала. Чтобы уже как бы дорогу не искать по Google картам, а спокойно посмотреть, как это на машине. А завтра уже пойду пешком. Находится вот в этом вот центре, прям какой-то бизнес-центр. Здесь очень все такое прям большое, футуристичное. Я думаю, что вот здесь вот вход. И сразу на входе бутик Терензи. Вот он наш красавчик, Терензи. Так вот выглядит эта выставка. То есть вы подходите, вы общаетесь, вы пробуете, вы тестируете. Я попробовала новый вишневый аромат от New Notes, потрясающий. Мне очень понравился. Это такая, знаете, молочная гурманика, вишневая. Очень классная. Боже, мой любимый Гритти. Сейчас буду все пробовать. Роскошно. Но вы знаете, я как всегда после 2-3 ароматов, все, я уже, у меня кружится голова. Поэтому сюда нужно делать несколько заходов. Но народу, конечно, просто дофига. У каждого бренда свой корнер. Где-то очень много людей. Сейчас пойдем к Миколев. Подойдем, посмотрим, поздороваемся. Где-то вообще людей нет. Какие-то известные, к известным брендам не пробиться. А каким-то не очень популярным. То есть все равно очень-очень-очень много людей. Это просто, мне кажется, все любители парфюмерии здесь каждый год собирают. Thank you. Хорошо. Новиночка. Спасибо. Thank you. Ну, свежачок такой лаванда.
роскошный корнер Мажды Бекали. Очень стильный. Не все, они сложные, тяжелые, но бренд знаю. Ой, я так устала, девочки, уже все. Тут надо, конечно, сил набираться. Эводи, Парфамс. С чем я хотела познакомиться, так это с брендом Николай. Очень все хвалят, но я еще не пробовала. Так, сейчас будем тестировать. Excuse me. Так, огромная, конечно, линейка. Ну, давайте попробуем байкальскую кожу. Роза пион. Потестируем. Боже, как красиво. Не знаю, что это за корнер, но здесь постоянно какая-то тусовка. В общем, одни итальянцы тусуются. Прям биток-биток. Он просто дает понюхать свою руку. Прекрасно. Нюхайте мою руку, нюхайте. Esce il tuo anello. L'anello è di Filippo, li realizza lui. Ma non solo, la cosa che realizza anche di bello, adesso vi farò sorridere, non mi deludo, non vi preoccupate, realizza anche le magliette. No, vabbè, wow, wow, bellissimo. Pure io, sono proprio, sono vendibili anche per il pubblico, non solo per luce di cuori. Perché io ce l'ho. Просто буду снимать вам людей. Я думаю, вам не очень интересно рассказы про ароматы. Но вот эти, вот этот мужчина с сережкой, это, конечно, это что-то. Ароматы, правда, чудесные, но я так и не поняла, что это. Просто посмотрите на интересных, очень ярких людей. Их, правда, очень много. Красивые ароматы, боже мой, какие красивые ароматы, вы это видите? Невероятно. Очень много арабской парфюмерии здесь, прям вот. И это, знаете, такие насыщенные ароматы, от которых потом очень сложно отвязаться. Они, знаете, как будто вот просто понюхаешь их, ну, послушаешь, короче, как хотите, и сразу же все, это на весь день у вас в носу. Опасные. Spiritum Paris. Вот вообще этот бренд, не знаю, какой-то загадочный. Таурмина. Это в Италии отдыхают, спят, немножко утомились. Очень, конечно, это утомительное дело. Я думаю, что здесь должна быть очень сильная вытяжка, потому что ароматов очень много, и, конечно, здесь, ну, устаешь моментально. Надо быть... О, вот это Томас Космола. Вот это интересно. We didn't lunch it yet. So it will be lunch after maybe 1 month. Thank you. Neo. Ah, oh, it's better. Neo. I like it. And of course our four? Famous. Yes. That's my favorite. This? I have already. I would like to try one. But I need to try it on your skin. On the skin, okay. Well, I will smell it later also. After 1 hour you will find like still the same. Still... Super.
chez. Une fois tu as marqué l'écran fermé, tu te permets de faire. Parce que je suis moi. Тут как на рынке. Перетоп Kings. Ничего себе. Вот это кич. Вот это я понимаю, кич. Подошла к бренду Ларк, производство Франция, сам родом бренд из Арабских Эмиратов. У них вышла новиночка Сириус, более такой для, все-таки мужской аромат, более такой мускулинный. Мне очень понравился вот этот вот Аргентиум. И, по-моему, вот этот вот немножко на бакару похож аромат, но такой, знаете, соленый, йодистый. Где представлен в Fashion Beauty этот бренд, очень интересный. Так, сейчас будем пробовать с этим ароматом знакомиться. Здрасте. Сколько красивых людей. Невероятно. Здрасте. You smell at first bergamot, orange, mandarin. Orange blossom? Orange blossom, yes. And obviously you go after for the floral aspect with the jasmine, mm-hmm. with the magnolia, you have some cardamom, it's a sambac jasmine, so it's more of an oriental jasmine. So it's white jasmine. White flowers and bergamot. Angelica, iris. Так, ну что, это мой фаворит. Petit de Victorious. Я очень хочу попробовать тигра. О, это самый оригинальный корнер, как в самолете сидят, посмотрите, как классно. Так, ну что, приехала Леночка, сейчас я иду ее встречать. У меня была небольшая пауза, наверху есть такие митингс-рум, там можно посидеть, попить водички, как сказать, отдохнуть немножко. О, Virtus, ничего себе. Сейчас, надо, я немножко отдохнула, сейчас буду снова все пробовать. Покажи, пожалуйста. Очень красивый аромат, выйдет только в мае. Новиночка, пробуйте, нежный, такой классный. Нам сейчас такой сделали этот, презентацию. Вообще все новинки классные, но вот это просто чудо-чудесно. Спасибо. Ну что, мы едем в центр пить апероль. Мы же будем апероль, Леночка? И апероль, и пасту надо покушать, и пиццу. Все, какие миланские девчонки могут. Просто в парфюмерном магазине. Это так красиво. Это такой роскошный магазин. Вот. Сейчас мы все потестим. Лучше вот это лучше здесь было все пробовать, да? Так. Ну, хазу тоже нет. Не вижу кролика. Красивый магазин, боже мой, роскошный. Так, окей, it's okay, we take it. Так, вот то, что мы хотели, Леночка, как красиво. Самый красивый парфюмерный магазин. Здесь есть, конечно, все бренды. Просто посмотрите, какая здесь изящная атмосфера. Так хочется передать вам настроение этого магазина. Абсолютно. На выставке нам сказали, что это самый красивый аромат, ароматный магазин вообще в Италии. Но я думаю, что и в мире. Все бренды нишевые здесь представлены. Не надо вам ехать ни на какую выставку. Приезжайте сюда, и вы увидите весь ассортимент. Настолько здесь все такое красивое. Очень хороший выбор. Здесь мне очень нравится. Попробовала новое муажи. Вообще фигнёй. Тут зеленый Линеш. Ужас. Просто это не амуаж, это черти что. Так, ладно, все, мы уходим. Уходим. Пойдем есть, пить и есть. Встретимся в Инстаграме. Очень красиво. Попробовала новые вишенки. Попробовала электрик, смог. Хорошенькие. Разные люди. Люди разные. Сидим с Ленусиком, пьем аперольчик после
После чего? После выставки. Essence, да. После выставки парфюмерной. Покажи, что ты купила. Покажи. Покажи девчонкам, что ты купила. Аня, я красивая? Я тебе только ручки показываю твои. Я влюбилась в Ленину сумку. Посмотрите, какая у нее сумка. Это Off-White. Такая нежная кожа, такая красивая. Тебе очень идет, Леночка. Да? Так, спасибо. Показывай. Я девочка. Да. Так, Tutto. Девочки, Tutto. Это экстракт. Это очень как будто бы другой аромат, да? Это круче, чем Tutto Blanc. Да. Так, вот чуть ниже опусти. Да. Ага. Это даже лучше. Он такой сливочный, такой немножко какой-то прямо вот он. Да. Это все, как мы любим. Да. Это очень шикарно. Он такой розовый, и флакон красивый, и сам по себе. Ну, как хочешь, давай. Давай. Сейчас покажем флакон, очень красивый. Мы попробовали его на выставке, мы помчались в бутик. В бутике нам его достали из-под полы. Его не было даже на выставке не продали. Из-под полы нам его нашли, потому что его не было на витрине. Скажи. Не обращайте внимания на мой маникюр. Слушай, ну... Какая красота. Ой, какой красивый. Но он и сам по себе красивый, да. Как аромат. Это очень красиво. Вот в этом бутике мы были это прям роскошный музей парфюмерии. Там все есть, все. 4 пробничка дали. Ой, мы еще не наносили, а он уже пахнет. Да? Красивый. А почти еще. Так, мы ищем какую-нибудь пиццерию или где-то пасты поесть. Но... Ходим, ничего не можем найти, представляете? Все-таки надо знать места и готовиться к этому делу. Одни магазины здесь. И водой. Шардоне. Ну, нам мы не бутылку заказываем, мы 2 бокала заказали. Два бокала? Не, он сейчас унесет, он просто нам сейчас откроет. Сечка, давай за нас. Мариночка, Пиза, мы к тебе уже едем. Мы уже к тебе, да, договорились, едем к тебе. В ближайшие месяцы, да? Жди нас, моя родная. Рисовая каша. Ризотто. А у тебя с грибами? Нет, по-милански у тебя. По-милански. А у меня паста с рикоттой. Так, а у нас праздник продолжается. Так, у нас тут... Да, у нас тут Маэт Шандон. И мои любимые итальянские конфетки. Лен, признайся, где ты покупаешь их в Италии? В итальянском супермаркете. Они разные бывают, да? Да. Это бачи, это как поцелуйчики, да? Это бачи поцелуйчики. Да. Это у нас идет Dolce Gabbana. Угу. Это limited edition, это лимитированная коллекция. Amore. Да. Amore di Passione. Да. Это у нас йогурт такой клубничный. И очень обычно, вкусные. И всякие разные. А ты какие-то мне еще такие голубенькие присылала? Голубенькие. В синей коробочке. У них есть черный шоколад, и у них есть сливочный, молочный шоколад. Ну, слушай, с Moët это просто... идеально. А у меня еще дома есть. Они сделали вино. Вот это итальянское розовое вино, Dolce Gabbana. Вкусно? Приезжай, попробуй. У меня закрытая бутылка стоит, запакованная в коробке. Мы с тобой пойдем вместе в Италию. Ты возьмешь с собой. Возьмешь с собой, да. Все. А теперь у меня доставка на дом. Выезжаем с выставки. Тут машинка стояла. Вернулись из центра, погуляли, покушали.